Добрый день, дорогие друзья! Рада всех приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу с вами поделиться одной своей идеей. Это как можно сделать ключницу своими руками. Для этого нам потребуется спилы из дерева, небольшой кусочек бруса, клей столярный или полимерный, на выбор, кому что нравится. Немного веток, саморезов, инструменты по дереву, ну и, конечно, проявить свою фантазию. Один спил мы делим на две части, чтобы сделать крылья для совы. И потом собираем все детали на клей. Я выбираю полимерный клей с ним, давно уже работаю, и мне нравится, как он крепит детали. И еще он прозрачный, поэтому если где-то он выступает, то практически незаметен. Отщепляем небольшой кусочек от спила для клювика, и глазки я тоже сделала из маленьких спилов, потом обвела черным маркером и нарисовала глазки. Брови для совы можно было сделать из веточек, как изначально я захотела, но потом я вспомнила, что у меня есть джут, и решила все-таки сделать брови и пушистую грудку из джута. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вариант вам больше понравился, ну и что можно было еще сделать, как можно было украсить еще сову, может, какие-то аксессуары, как-то ее нарядить. В общем, пофантазируйте и напишите мне в комментариях, что можно было еще дополнить.
Петличку я делаю из проволоки, кончики сматываю в колечко и затем прикручиваю саморезами к основанию. Получилась вот такая вот у нас сова. Практически во всех культурах мира сова считается символом знаний, мудрости и помогает человеку в достижении своих целей. Ну что, в свою очередь, конечно, приводит к счастью, благополучию. Ну а тем более то, что сделано своими руками, это несомненно благотворно будет влиять и на вас, и на вашу обстановку, родных, близких. Ну и еще эта вещь, несомненно, полезная. Здесь теперь можно вешать ключи. Вот. Ну и еще плюс декор. Думаю, такая поделка всегда будет радовать глаз и украшать ваш интерьер. Ну и тут еще для меня самой было неожиданно понять, что такая поделочка будет удачно смотреться и на полке. То есть ее можно поставить в прихожей на столешницу или на полочку. Ну и если захотите, можно повесить ее на стене. Вот, ну на сегодня, дорогие друзья, все. Я хочу вас поблагодарить, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить свои лайки, если вам понравилось видео, подписываться на канал. Впереди будет еще много интересного, тем более уже скоро весна. Я выберусь из своей маленькой коморочки и отправлюсь на дачу. Ну а там дел, конечно, пруд-пруди. Я собираюсь много сделать и декоративных вещей, и обустройство участка. В общем, оставайтесь со мной и не прощаюсь. До новых встреч!